А вот, не-не-не, их шестеро. А нас трое уже. Итак, здорово, агенты, с вами Арти. И это, наверное, первый ролик по Валоранту на нашем канале, которым я хотел бы с вами поделиться. Ибо во время стрима у нас на катке вылетел человек и каким-то образом, видимо, из-за бага переместился за вражескую команду. В итоге мы остались 3 в 6. Катка была мега забавная, баг мега незабавный. Я надеюсь, вам это видео понравится, и вы его все досмотрите. Куда меняешь это? Она без хп совсем слева ушла, вайпер. Не знаю, минус 50-70. Наши пушат. Я ворота чекаю и бета чекаю. Ну мы уже заходим, сейчас я камеру закину. Найс, чекну. Чисто, чисто. А чё, наша тоже коцает, что ли? Да, ребят, Valorant зашел, очень понравилось. Да, Роман, еще 5. Хорош, Кирилл, ты что, киберкотлета? Я тоже такой киберкотлета был. Минус 3 случайно. Случайно сделал минус 3. А потом хвастаться. А потом хвастаться будет. Кирилл, давай задонатим, ножи купим. Синий я вначале хотел, но он просто дефолтный. Без хп. Вайпер опять без хп есть еще. Сейчас дроном. На Б. На Б дрон сейчас запустил. Мы на С вроде как проходим. Ставим на С. Ой, на этот. На С, да. Они на А. Пусть там и остаются, что могу сказать. Ля, пушим. Знаешь, чем мне сала нравится? То, что тут рикошет стрелы есть. Я прям хуй номер. Я сначала не понимал то, что его можно, ну, типа, самому этот выбирать, сколько рикошетов будет. Да, по сути, это помесь. Помесь Counter-Strike и Overwatch. Но играется гораздо круче, на самом деле. Пока по ощущениям, когда здесь ведут рейтинговые игры, и вот эти будут именно дивизионы, да, это пушка домашняя, за которые все будут все топить, будет очень круто. Никого не вижу. Понимаю. Ой-ой-ой. Тянутся, наверное. Не потерять, не да, да, на, сейчас кинем. Сейчас нам будет через балкон? Не, пошла по дальней стороне. А уже можно текать. Да, сейчас успел выстрелить. Да, она на балконе. Короче, цейчек, но я к вам пойду. У меня флешка на С. Блин, точнее. Не на А все или на С. На А, скорее всего. На С одну убил. А, он тут где-то. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. Хорош. Че, я один вапер? Бум.
Я убил одного, их стало пятеро. А вот, не, их шестеро. А нас трое уже. Трое? А смотри, мы можем брать для ульты эти штуки. Это, видимо, из оливнутых. Смотри, что замутили. Вон, видишь, сферы. Кстати, ну, еще много раундов просто, да, мы еще успеем так. В смысле, дофига возьму шансов, вы издеваетесь? Да мы можем, бля. Если мы выиграем, это будет имба вообще. У меня. Минус раз. На один был, да. Будет еще инфа, у меня есть чрез инфа. У меня еще, у меня феникс тут. Минус два. И феникс еще у меня. Но они все без спайка, или как он я там попал, называется? Кстати, вот. Я бы вот не убивал бы, если бы попал в другую команду. Сюда. Ну сейчас реально вот есть шанс уже. На, кто-то есть. Хорош, Кирилл, ты что, запушил? А у тебя ульда на хитом. На С чисто, короче. Да. Я вообще без хп, если чё. Да. Кирилл троих уже убил. На фортах, правда, но... Понимаю. Они все там, да, короче, на базе? Остался один враг. О, один враг. Ты порезал кого-то? Психанул, что ли? Подожди, мы еще выиграть можем. Мы можем, да, выиграем. Вот команда, ну откуда? Ну это туртанул. Зашел. Минус раз, там еще один. Слева, слева, слева от тебя, Ниссан. Ставят. Пушат меня. Ну не пушат, а бахают тут. Слушай, я ниндзя дефьюз, короче. Бля. Я убил, убил! И подсветил. Я убил. Я убил без прицела, блин, это ноускопом. Хорош. Не-не-не, не дадут. Один враг. Давай, дефьюсь. Не успел, не успел. Все в норме, говорит, смотри, сейчас бахнет. Успеваешь, давай. Тот чувак успел, и Кирилл успеет. Опа. Я же говорил. А, на теле. Да. Возможно, я и попал. Что? Ай, меня через дверь убили. С этими, с бомбой были? Накоцал фенчи. Минус 46 по фениксу, по вражеству. Что? Остался один игрок. Я не понимаю, я все равно не понимаю здесь АВП. Погнали, у меня ульт есть. Блин, я дробаш, короче, возьму. Слушайте, балконы тогда, я С смотрю камерой. Привет. Слышу шаги, я стреляю просто по звукам шагов. Да-да-да, он туда. На, вроде бы все. Да, походило, да. Не топай, не топай. Ой, хорош, ой, хорош. Вот и все. Да как? Ну 5 раз в спину выстрел. Минус 145. У него 5 хп, 5 хп. Осторожно! Он поднял, он поднял кого-то. Огонь, ой, кстати, он захилился. Растапливает лед, если что. Поставь С, да, вот сюда, вот на льдину. Он растопит ее. Зачем? Они же так пройти не могут. А они бомбу ставят, да? Да. Они тут и шоркают. Блин, он, во-первых, поднял того секунд. И выхилил себя еще. Они разбивают стену, лед. Стену, сзади стену разбивают. Шутки кончились! Вам конец! Ладно, пусть сам.
Здорово, да хорошо, у нас катка, блин, 3 в 6 было. Мы баг поймали, их 6 человек было, лол. Остался один враг. Понял. Снимаю. 10 секунд. Он с бомбой был, лол, он в ульте бомбу ставил. 10 секунд, не это, не умри, не умри, все, не умри. Все, ГГ, ГГ. Бомбу не успеет подобрать. Клач. Хорош. Победа защитник. Понимаю. Лол. Ну, 3 в 5, да, мы выиграли, короче, по сути, в моменте.